что подсказать? Нет, спасибо. Это очень вкусное молочко. А вы натираете ей попу? Да, просто вытираем попу. Натираете? Да. Женское счастье, был бы милый рядом, но я рядом. А что вы делаете там? Ногти стригут? Нет, массаж. Мы находимся на самой модной выставке в Одессе. Массаж ногтей? Массаж ног. Выставка товаров и услуг для красоты. Что с ней? Девушке плохо стало, лежит. Вы ее обтираете? Я ее обмываете? Умываю. Бедно, все будет хорошо. Она настоящая, это не кукла? Нет, конечно, это настоящий человек-модель. Летний пилинг у вас. Девушка, как вам летний пилинг? По-летнему, хорошо. А зимний пилинг? Еще лучше. А круглогодичный пилинг? Ну, ляжете, посмотрите. Чтобы меня пилингнули. Спасибо. Спасибо. Хорошего вам дня. Удачного пилинга. Косметика, пилинги, прически, макияж. Все что угодно. Именно здесь, в Одессе. Программа «Перец» берет у нас интервью. Программа «Перец». Нет, это борода. Ну, говорят, ноги кормят голову. Ну, не знаю, может быть. Потому что энергия идет с ног в голову, ну, поднимается, да, же выше. Ну, если простудить ноги, будет болеть горло. Конечно. Поэтому, конечно, ноги надо держать в тепле, в бахилах и в этом модном аппарате, как он называется. Не говорите, я сам прочитаю. Спасибо, хорошее вам парение ног. Это массаж. Это не массаж. Жвачку нужно. В кадре нельзя в жвачку. Класс, это настоящее. Девушка, вы можете рассказывать, что вы делаете? Конечно, уже все, что... Вы делаете из нее некрасивую? Здесь мы использовали вот разные цвета. Он как НЛО, три точки, динь-динь-динь. Девочка НЛО. О, чувак, привет. Привет. Как дела? Нормально. Я тоже. Сними девочку, смотри, какая красивая. Твоя знакомая? Нет. Моя тоже нет. А как, вам нравится? Вы не разговариваете? Нет. Вас не научили? Нет. Просто не улыбайтесь, у вас портится макияж. Хорошо. Ого, так вы высокая такая. Да. А как, тяжело ходить с макияжем? Нет. У вас такая красивая прическа. Кто вам сделал? Парикмахер. Я тоже, походу, я тоже себе делал сегодня. Но мне какую-то херню сделали. Ну, надо времени просто больше. Ну, вам нравится? Ну, мне нравится. Не, ну, у массажиста не должно быть ногтей. То есть у меня кошка, она, я ее постоянно обрезаю, потому что она реально царапается. Так же самое массажиста, чтобы попу не поцарапать. Ну или можно просто об стенку так. А он теперь полотенечком вытирает. Но у вас красивая. Полотенечко? Да. Это пробнички чего? Вкусно. NBM? NBM. Вкусно, недорого и качественно. А я забрал палочку, отдать? Спасибо. Подарок. Вам нравится? Конечно, очень нравится. А что у вас? Меняю на мед. А что у вас происходит здесь? Присаживайтесь, будем делать вам эпиляцию. Эпиляцию ног? Рук, подмышек, интимной зоны. А можем кусочек ноги мне? Любая порнография. Кусочек ноги можно мне депильнуть? Бесплатно. Хорошо, что я на телевидении работаю. Работа на телевидении, бесплатно ноги депилируют. Можно я так положу? Конечно. Но у меня густой рост волос, он с одного волос, с одной волосинки растет три. Посмотрите. Вы ножки бреете? Нет, стригу, они сами, они об джинсы вытираются. Да, это правда. Вы слышали? Что я? Вы не кричите от боли. Как волосы хрустнули. Нет. А что так не больно? Это не руки золотые. У вас синие руки. Обмануть хотели. Вы ко мне придете на интимную эпиляцию, вы поймете, что они такие, да, золотые. У меня там не растут. Эпиляция, извините. Громче, а то неправдоподобно. Хорошо. Я попросил кусочек, она мне уже полноги продепилировала. Еще не надо обрабатывать слюной, там ничем. Нельзя не делать. Никак. Очень красиво, очень. Здравствуйте, а вы что, тоже депилируете? Смотрите, мне ногу продепилировали.
Я понял. А вам не говорили, что вы похожи на Костю Леонтьева? Нет, не говорили. А вы из Одессы? Нет. А, поэтому не говорили. Просто у нас есть Костя Леонтьев. Он тоже парикмахер, стилист и тоже... Но он не Алексей. Вас разочарую. Я мастер ногтевого сервиса. Ногтевой сервис. Очень приятно. Спасибо. Просто пожалуйста. Костя, он мастер по волосам, по лицу, на лицо, на спину. Ну, такое. Бывает. Мы за вами следим, мы за вами следим. Ну, пока вы здесь стоите, мне уже депиляцию ноги сделали. Одной. А можно взять конфетку? А две? Для пары. Девушка, специально для вас конфетка. Спасибо. Это от канала GTV, от программы «Борода». А вы из Одессы? Да. И я. Почти. Ну, «Борода». У нас еще тоже передача «Борода». И здесь по какой причине? Вопросы задавайте. Ну, я не знаю, что задать. Я думал, вы расскажете сами. Что вам рассказать? А что вы здесь делаете? Набираюсь красоты, опыта, внимания. Какого внимания? Разного. Например, вас заинтересовало. Вы спросили меня. Ну, это невозможно, да, пройти мимо вас. Ну, вы... Я только что делал себе депиляцию ноги. Очень, очень интересно. Они сказали, что... Да, я кричал. Кричал, а да. Бороду не коли. Ну, это фишка. Я не могу передачу «Борода» называть.